Сотрудники полиции заходят в производственную зону предприятия, разливающего напитки. Находятся эти цеха в селе Чашниково. И с первых минут визита правоохранителям становится ясно – работы предстоит немало. Здравствуйте, а где? А это кадры из соседней селом Чашниково деревни Носово. Здесь полицейские проверили два хостела, в которых проживали мигранты. Многие нелегально. Результат проверок в двух населенных пунктах городского округа впечатляет. Правоохранители выявили 62 иностранца, 48 из которых не имели права находиться в России. Остальные – трудиться в нашей стране. На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5000 рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда. В ближайшее время все нелегалы будут обязаны покинуть нашу страну. Им будет закрыт въезд на территорию России на срок от 5 до 10 лет. Ну а в случае незаконного пересечения границы иностранцам грозит до 4 лет колонии. Владислав Грачев, новости Химки ТВ.